Роскомнадзор в документах. Эту фразу руководитель инспекции гостехнадзора Роман Иванов в течение последнего месяца произносил чаще обычного. Профилактическая акция «Снегоход» стартовала 17 января. За это время инспекторы составили 25 протоколов об административных правонарушениях, проверили владельцев 80 транспортных средств. 1/4 часть являются все-таки нарушителями. Но с годами имеется тенденция, что люди становятся более ответственными, соответственно, производят и регистрацию, и, соответственно, проходят обучение, и снижается количество нарушителей. Сами владельцы специализированных самоходных машин, мотовездеходов и снегоходов к появлению в заснеженном лесу инспектора относятся с пониманием. Мы как бы закон послушны, граждане, у нас с документами все в порядке, и у нас проблем с этим не существует. Мы показываем, как в ГАИ тоже, на машине мы ездим, показываем документы. Также показываем и на снегоход, на спецтехнику, на квадроцикл, все показываем. Проводятся подобные рейды с 2004 года. Дежурят в заснеженных полях и лесах региона инспекторы гостехнадзора вместе с коллегами из департамента охоты и рыболовства и сотрудниками ДПС. Мы совместно с районными инспекциями, рабочими группами, совместно с ГАИ, с сотрудниками охотхозяйств выезжаем в помощь для проверки самоходных машин, в данном случае дорожных средств, в процессе эксплуатации. Итоги профилактической акции подведены, но инспекторы гостехнадзора по-прежнему выходят на моторизованную лыжню. Ведь цель проверок – сделать отдых на природе действительно безопасным и запоминающимся только приятными моментами. Владислав Жирнов, Дмитрий Столяров, Новости губернии.